22 августа 2023 года. Я узнала, что у нас можно, оказывается, теперь в городах ездить со скоростью 60 км в час. Ну вот, на глаз я не умею скорость определять, но здесь у нас Бугурова ездит намного быстрее. Поэтому здесь опасно переходить. Выбрались с Алексом в магазин буквально на 20 минут, потому что мне надо возвращаться и делать работу. Сегодня ко мне приходила подруга. Я показывала немножко, как монтаж делать. Но я посмотрела, как я работаю. Так нельзя. Говорит, ну надо же куда-то выходить. Все, у меня просто нет возможности. То есть я работаю с 9 до упора. У меня даже подняться нет возможности иногда. Вот как сегодня. Я не то, что там воды сходить попить. Я вообще ничего не смогла сделать днем. Потому что мне прислали все с копом, надо все с копом делать. Короче, ничего не успеваю. Абсолютно. Не знаю, как буду дальше успевать. Я надеюсь, грядут изменения. У нас в отделе появится еще один человек. Что, может быть, хоть где-то можно будет спокойно вздохнуть. Ну, иначе грустно получается. Я просто вот сплю урывками, особенно с тем, что вчера Алекс решил среди ночи мне окно помыть. Но оставлять грязные разводы на сегодняшний день мне как-то не очень хотелось. Пришлось домыть хотя бы внешнюю сторону. Пошли. Вот так. Так и живем. На улице так хорошо. Не знаю. Попытаюсь завтра с Алексом, может, с утра пораньше, до начала рабочего дня выйти на прогулку. Ну, если сегодня удастся лечь спать вовремя. Да, тоже бывает. Я ложусь в час ночи. Да. Мы вроде бы выздоровели, только вот иммунитет просевший, у Алекса герпес еще остался. Хотя бы нет кашля, это хорошо. А потому что кашель был прям жестокий. Напоминали двух старых силикозников. Сегодня днем громковато у нас было, но прилетал не к нам. Сегодня опять Куйбышевский, Петровский. А еще я решила посмотреть, сколько же квартиры сейчас стоят. Ну, короче, в самых обстреливаемых районах квартиру можно найти даже за 5000 в месяц. Ну, плюс коммуналка отдельно. В центре Донецка меньше 10. Нет. 10, 15, 30. Значит, цены вообще запредельные на съем квартиры. Последняя цена — это просто так вот. Это, я даже столько не зарабатываю, сколько стоит съем квартиры.
Ну, понятно, что как бы есть квартиры попроще, подешевле, но к чему это я? Потому что хозяева квартиры все равно будут возвращаться, точнее, хозяйка. Не знаю, когда, но вот я хочу как-то спланировать наперед. Ну, а квартиры сейчас очень активно покупаются, что в Донецке, что в Мариуполе. Покупают все подряд. Поэтому сейчас конкуренция тут вообще бешеная. Что даже не знаю. Короче, полистала вчера. Ну, точнее, не вчера, уже сегодня утром. Рано утром. Когда успела пару часов передремать перед этим. Полистала. Посмотрела, сколько стоит квартира. И сколько стоит съем. Ну, не с моей зарплатой, не с моей. Что могу сказать? Так, радуемся хорошему дню. Пока погода стоит нормально. Только мы не видим это все. Алекс сам выходить не хочет. Потому что меня обижают на улице постоянно, просто. Постоянно. Когда не будет. Потому что Алекс сам сдирается. Вот. А потом его обижают. Петушок молодой, задиристый. Обзор на продукты по ценам. Вот у нас огурец типичный стоит от 40 рублей. Яблоки у нас 169 рублей. Так, помидоры 47 рублей. И кабачки 67 рублей. Так, семечки я уже не помню, сколько они стоят. И томаты я уже тоже не помню. Сегодня глянем, как у нас поменялась цена на арбузы. 106 рублей. За один вот такой вот на вид маленький арбузик. Цена 106 рублей. Ну ничего, не маленькая, немножечко. А вот, друзья, очередная трагедия сегодня. Попадание в дом трехэтажный, одного этажа полностью нет. Погиб мужчина. В общем, как я и говорил, нечисть, которая находится у нас на земле, она не то что выползает в святые праздники, она активизируется в святые праздники и уничтожает мирное население на Донбассе. К сожалению, это трагедия, и мы сейчас слышим, вдалеке там идут бои, а также в различных других районах тоже идут прилеты по мирным домам, там, где живут женщины, дети, старики. Вот так воюет украинская армия, с кем она воюет, вы сами прекрасно видите. Вчера так интересно стало, что же это за дом, в котором продается квартира почти за 30 миллионов. Мы решили этот дом найти, и мы его нашли. Вот, смотрите. Вот она, эта терраса, вот эти вот стекла. Вот он, этот дом.
Вот это уже к нам пошел прилет. Над балконом только что пролетело. Вот пошло. Еще одна прошла. Где-то на засядька. Вот оно прямо перед домом упало.